Всем привет! Готовлю закуску, такую элементарную, быструю, очень вкусную. Эту закуску я увидела на канале онлайн Олеся. Она живет в Барнауле, ведет свой канал, делает влоги очень интересные, позитивные, которые просматриваются буквально на одном дыхании. И в одном из влогов я увидела эту закуску, сделала себе, съела и еще раз хочу поделиться тоже с вами, с моими зрителями и подписчиками. Если вам интересно, можете посмотреть. Эту закуску делать буквально за 5-10 минут можно на любой праздник для своей семьи. И ее ничем не испортите, только улучшить вкус по вашему усмотрению. Берем промытые чистые помидоры любого размера. У меня такие средние. Можно большие, можно маленькие, как желаете, на ваш вкус. Отрезаем шапочку, можно ножом, ложкой, как удобно. Серединку слегка выковыриваем, размягчаем. Потом беру ложечку и стенки немного соскребаю, ну, чтобы они были тонковатые такие. Хорошо так, тщательным образом. Желательно, чтобы мякоть, ну, вся была измельченная. Затем берем соль, добавляем. На кончике чайной ложки я добавляю перец. Если перец не любите, можно не класть. Как желаете, можно добавить зелень. Я рецептик немножко изменю по своему вкусу и добавлю мелко нарезанный укроп. Все перемешиваю. Соли добавлять можно, даже пусть вот эта жидкость будет слегка пересоленая, потому что когда помидорки вот маринуются в таком виде, соль даже хорошо, что чуть-чуть побольше. Они не будут пересоленые. Конечно, не нужно сильно много. Ну и в большом количестве это не испортится. Можно добавить, вот я люблю, например, сладко-соленый такой вкус. Немного сахара тоже перемешать. То есть то, что вы любите, то и делаете. Все, смотрите, элементарно быстро закрываем шапочкой и ставим. Можно поставить, чтобы, если когда помидорки будут давать сок, но они, в принципе, у меня вот толстокоры, они не дают сок. Вот в такую какую-нибудь вазочку, креманочку, чтобы, если вдруг сок пойдет. Вот так оставляю эти помидоры, ну, где-то минут 40, около часа. Вот я делала, час они у меня простояли, такие промаринованные, вкусные, ну, вообще, очень-очень хорошие. Закусочка такая прекрасная, ароматная. Душистая. Прелесть просто. В общем, пробуйте, готовьте. Это все быстро, элементарно. К шашлычкам в самый раз. Так что все. Пока-пока. До новых встреч.